цензуру. Кароліна Полтавська є на зв'язку з нашою студією. Пані Кароліна, доброго дня. Добрий день. Тут захищає вас Олесь Данії. Яка ситуація у вас в Полтаві з вашою компанією? В Луганську, перепрошую. Алло? Яка у нас складається ситуація зараз? Так, так. Ну, у нас інформація, що захопили РТУ. Це відповідає дійсності? Извините, пожалуйста, еще раз вопрос повторите. У нас есть информация, что вашу телекомпанию захопили. Это відповідає дійсності? Да, около 2 часов назад захватили нашу телекомпанию. Как это відбувалося, расскажите людям. 50 человек, которые не представились в городе Луганске, они представляют Луганскую гвардию. А, насколько мне известно, это, ну, скажем так, молодое поколение, которое поддерживало в свое время партию регионов. Это были нетрезвые люди, около 50 человек, они были вооружены, они выломали двери телекомпании и захватили телекомпанию. На данный момент мы работали в дежурном режиме, нас было всего 5 человек. Они нас оскорбляли, унижали, требовали, чтобы мы встали на колени и просили у них прощения. Нас обвиняли в том, что мы утверждаем, что они сепаратисты, фашисты и террористы. Они требовали выключить канал 24 из эфира, украинский канал 24, в котором мы сотрудничаем. Они требовали включить российские новости в эфир. И дабы мы, стоя на коленях в эфире, извинились перед всеми жителями Луганской и Луганской области. Зрозуміло. Да, немає там фізично ніхто не ушкоджений з журналістів, я сподіваюся, персоналу вашої компанії. Извините, пожалуйста, ще раз. Чи фізично ніхто не ушкоджений, це є питання? Ні, ніхто не пострадав, вони нас, ну, скажімо так, вони нас таскали по телекомпанії, так унижали, оскорбляли. Они цензурно выражались, но не избили никого, они были вооружены, у нас оружия, конечно же, нет. А вы задокументировали якось факт этого нападу? Может, сняли на видео? Мы обращались за помощью, мы вызывали милицию, пока успели вызвать, потому что у нас отобрали телефоны, у нас украли наши личные вещи, украли телефоны, снесли кошельки с собой, ну, то есть это фактически мародеры, от которых, ну, некоторые были нетрезвые, некоторые очень плохо выглядели. Мы вызвали милицию, мы успели вызвать милицию, но никто к нам на помощь не пришел. Несколько сотрудников милиции находилось на улице, то есть об этом было известно и городской милиции, и областному управлению внутренних дел, и службы безопасности Украины, но к нам на помощь никто не пришел, ни один из сотрудников милиции не вмешался в этот конфликт. Зрозуміло. Дякую вам сердечно. Ми з вами. Моральна підтримка, очевидно, наша з колегами в Луганську. Кароліна Полтавська, директор ІРТ, захопленої сьогодні.